этом бою единогласным решением судей первое место занял Яков Сирин. Среди поданными апелляциями на первом ковре перерыв две минуты. Первый нокдаун бойца Василия Морозова. Время на заправку красного. Спортсмен из синий пояс не является замечательным. Удар в партере. Запрещен физический поиск. Замечание синего завода из ковра. Время на заправку синего. До конца боя 30 секунд. На ковре номер 3 осталось 30 секунд. Бойцы синим поясом замечание за пассивное ведение боя. Победу съел на преимущественной встрече и вышел в финал соревнований спортсмен с синим поясом предопределенный основной. Весовая категория свыше 80 кг. Поединки за выход в финал. Корнев Михаил Балашиха. Магарамов Руслан Воронеж. Приготовится Князев Егор Краснознамец. Садян Джаси Ступин. Повторный локат называется Магарамов Руслан Воронеж. Единогласным решением судей победил этот бой.